проникновение в душу человека, чтобы душа откликнулась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вопрос 134. Где найти в Евангелии о взаимоотношении родителей с детьми? Как решать вопрос со взрослыми детьми? Ответ Игнатия Лапкина. Когда мою мать спросили о том, как она воспитывала 10 детей, что все учатся, родители почитают, работают, она улыбнулась скромно и смущенно ответила: «Да кто их воспитывал? Они сами росли и росли. Мы целый день были с отцом на работе. Ребятишек-то и не видели. Им некогда было воспитаться. Они с малых лет все в работу запряжены, и поиграть некогда было. О воспитании детей описано у нас в материале о семье в книге «К истинному православию». Там все подробно обо всем показано. Со взрослыми проще, они уже самостоятельные, и не надо на них наседать, монополию на их зарплату держать. Обычно, жалуясь на детей, говорят: «Я поила, кормила, а он…» Могу добавить: «Но другом не стало. Нужно было познакомить со Христом и с Библией. Не терять драгоценного времени и больше быть с ребятишками. Отношения строить только на основании Библии. Вопросов много, разные нюансы, неурядицы, и мне приходилось очень много раз быть арбитражным судьей по просьбе той или другой стороны». Римлянам, 10 глава с 8 по 11 стих. Но что говорит Писание? «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит: всякий верующий в него не постыдится». С двух сторон просят помочь разобраться, и ни одного случая не было, чтобы дело не изменилось к лучшему, если обе стороны веруют во Христа и имеют страх Божий. Но если нет авторитета Библии, живут в самости и в обидах, то разговора вообще не получится. Это гниющая свалка. Отойди, чтобы тебя не задушили миазмами склочности. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. То есть это оживление этих вопросов.